деление, отличное условие для футбола, то вот, пожалуйста, они перед нами. В команды хозяев. Тренер избрал расстановку 4-5-1. И здесь понятна задача группы атаки – вывести центрального нападающего на чужие ворота. Лиганет сегодня в следующем составе начинает матч. Обратим внимание сегодня на их тактику. Смело они выбрали высокий прессинг, как козырь. Разыграют ли они его верно? Вот на что ответ мы узнаем в ближайшее время. Да, часто бывает, что команда... Деление. Отличное условие для футбола. То вот, пожалуйста, они перед нами. В команды хозяев. Тренер избрал расстановку 4-5-1. И здесь понятна задача группы атаки – вывести центрального нападающего на чужие ворота. Лиганет сегодня в следующем составе начинает матч. Обратим внимание сегодня на их тактику. Смело они выбрали высокий прессинг, как козырь. Разыграют ли они его верно? Вот на что ответ мы узнаем в ближайшее время. Да, часто бывает, что команда начинает активно прессинговать сами. Деление. Отличное условие для футбола. То вот, пожалуйста, они перед нами. В команды хозяев. Тренер избрал расстановку 4-5-1. И здесь понятна задача группы атаки – вывести центрального нападающего на чужие ворота. Лиганет сегодня в следующем составе начинает матч. Обратим внимание сегодня на их тактику. Смело они выбрали высокий прессинг, как козырь. Разыграют ли они его верно? Вот на что ответ мы узнаем в ближайшее время. Да, часто бывает, что команда начинает активно прессинговать сами. Никто не отменял для длинных передач. И у соперника теперь мяч. Вперед идет атака. Интересно может быть. Может он идти дальше. Отлично защитник сыграл. В очень опасной стадии атака была. И никто не отменял для длинных передач. И у соперника теперь мяч. Вперед идет атака. Интересно может быть. Может он идти дальше. Отлично защитник сыграл. В очень опасной стадии атака была. И никто не отменял для длинных передач. И у соперника теперь мяч. Вперед идет атака. Интересно может быть. Может он идти дальше. Отлично защитник сыграл. В очень опасной стадии атака была. В команды хозяев. Тренер избрал расстановку 4-5-1. И здесь понятна задача группы атаки – вывести центрального нападающего на чужие ворота. Лиганет сегодня в следующем составе начинает матч. Обратим внимание сегодня на их тактику. Смело они выбрали высокий прессинг, как козырь.